В августе в Йоханнесбурге завершился 15-й саммит БРИКС. Главный итог – принято решение о масштабном расширении экономического клуба. А вот проекты единой валюты БРИКС и альтернативы платежных систем пока только на бумаге. При этом словесные интервенции бросают вызов гегемонии доллара и всему мировому прозападно-капиталистическому укладу. Так ли силен БРИКС, чтобы соревноваться с властью Большой Семерки? Есть ли у него на это полномочия и силы? Да и что это вообще такое БРИКС? Это «Рынки разбор». Выясняем все нюансы объединения стран из пяти букв, раскладываем по кирпичику новый экономический полюс вместе с Никитой Макаровым. БРИКС – это в первую очередь хоть и межгосударственное, но неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика, буква «С» от английского названия этой страны «South» – «Юг». Русская версия аббревиатуры «Брюки». По итогам последнего саммита состав БРИКС будет расширен до БРИКС+. К нему добавятся как минимум Египет, Эфиопия, Аргентина, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия с 1 января 2024 года. По факту БРИКС – это пока что площадка для партнерства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают. Строятся отношения на принципах невмешательства, равенства, многополярности, финансовых отношений и взаимной выгоды. Не стоит сравнивать БРИКС с НАТО или ООН, так как создан он для других целей и не является международной организацией. У Союза нет генерального секретаря, норм и устава. Работу по очереди координирует страна, организующая саммит. Она меняется каждый год. Штаб-квартиры тоже нет. Возможно, она появится на нейтральной территории в столице Центральноафриканской Республики. Пока БРИКС – это некий такой джентльменский клуб, свободный. Там, видите, там Иран, решили тоже принять Саудовскую Аравию. Скорее всего, Индонезия тоже та же самая попытается войти. Но это такой клуб пока по интересам. Любопытно, что термин «БРИК» возник еще до того, как появилась сама организация. В 2001 году английский барон и почетный профессор Манчестерского университета Джим О'Нил заметил сходство между экономиками четверки стран, которые считались тогда самыми быстрыми по темпам экономического развития. Были они похожи и по характеристикам бюджетов, платежных балансов. В аналитической записке для банка Goldman Sachs, по его оценке, эти страны могут стать доминирующими экономическими системами в мире к 2050 году. Созвучие с английским словом «кирпич» не случайно. Это элементы, на которых будет строиться дальнейший экономический рост всей мировой экономики. Организация БРИК была основана в июне 2006 года на Петербургском международном экономическом форуме, а уже в сентябре состоялась первая встреча глав внешнеэкономических ведомств на сессии Генассамблеи ООН по инициативе президента России Владимира Путина. Первый саммит прошел в июне 2009 года в Екатеринбурге. Тогда целью объединения обозначили развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами. И изначально, да, большее значение в рамках БРИКа, а потом БРИКСа, оно отдавалось, ну, некоторому обмену опытом, да, и наращивание просто сотрудничества между вот этими странами, которые отнесены были к категории развивающихся, да, чтобы поддерживать свое положение в мировой экономике. С тех пор прошло еще 14 таких саммитов, 16-й планируется в следующем году в Казани. На 11-м присоединили Южную Африку, и кирпич будущей мировой экономики превратился в кирпичи, то есть БРИКС. На саммитах затрагивались и решались разные вопросы. О глобальной продовольственной безопасности, о преодолении различных кризисов, о зеленой экономике, о контртеррористических мерах, о киберпреступности, об увеличении межстрановой торговли и стабилизации финансовых условий. Были созданы разные деловой и научные советы, парламентский международный форум инноваций. Но особое место в структуре БРИКС занимают два его финансовых института. Пул валютных резервов и новый банк развития БРИКС, НБР.
Первый был создан для поддержания финансовой стабильности в странах пятерки – кубышка в 100 миллиардов долларов на черный день. С таким же уровнем капитала НБР нацелен на расширение финансового сотрудничества между странами и финансирование инфраструктурных проектов стран-участниц. Например, Банк развития профинансировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры в странах БРИКС на 8 миллиардов долларов. В этой связи родился и банк БРИКС, который был призван поддерживать некие общие проекты для стран или конкретные проекты в конкретной стране, как это делал раньше Всемирный банк, да, как это в Европе делал Европейский банк реконструкции и развития. И были надежды на то, что постепенное вот наращивание вот этих вот механизмов создаст некую подушку безопасности на случай как раз таких мировых кризисов. Цель БРИКС – коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. А совокупная текущая позиция БРИКС в мире внушительная. Примерно 30% территории Земли, 42% населения планеты, 32% от мирового ВВП. Пока еще отстают объем торговли и национальный выпуск, но взаимный экспорт с 2015 по 2019 год выросли на 45%. Но дело даже не в том, насколько сейчас сильны вот страны БРИКС вот по таким формальным, скажем так, общим показателям. Самое главное, вот самый главный качественный момент, это что центр развития мирового, вот такого экономического, глобального, он уже переместился, не то что перемещается, уже переместился в Юго-Восточную Азию. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году страны БРИКС обгонят большую семерку G7, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, США по объему ВВП. Так, пятерка обеспечит 32% мирового ВВП, а семерка – 29,9%. В разбивке по странам на конец 2022 года явно выбиваются два лидера – это Китай и Соединенные Штаты Америки. Есть и аутсайдеры вроде Южной Африки. Он по совокупному производству продукта, он сравнялся с семеркой. Самое главное, вот чем он сильнее? Тем, что можно сказать, что коллективный Запад, то есть семерка, достигла предела своего насыщения. Меньше это относится к Соединенным Штатам, в полной мере это относится к Западной Европе, к западноевропейским странам. Если посмотреть на ситуацию с инфляцией, то здесь ситуация более равномерная. В 2022 году рост потребительских цен был везде высок, ну разве что за исключением Китая и Японии. Бразилия – 11-я страна в мире по размеру ВВП. Крупный экспортер сельскохозяйственной продукции. Россия – 8-я экономика мира по ВВП, имеет богатые запасы полезных ископаемых, обладает самой большой территорией в мире. Индия – 5-я экономика мира, самая густонаселенная страна. Китай – 2-я экономика мира по численности населения, тоже 2-я после Индии. Главный мировой экспортер. Южная Африка – наиболее развитая африканская страна, богатая природными ресурсами, в том числе золотом и алмазами. В середине января 2023 года министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС планирует и ищет возможность заменить платежи в долларах на более справедливую систему денежного обмена. По ее словам, платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то время как для более бедных государств она невыгодна. На саммите в Йоханнесбурге в августе Владимир Путин заявил, что доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. В прошлом году она составила всего лишь 28,7%. Все уже поняли, что работать через доллар, да, структурно, это всегда снижает потенциал, потому что ты сам не хозяин себе, а можешь действовать только в объемах той долларовой массы, значит, экспортной или кредитной, инвестиционной, которую ты получаешь, а с этим большие проблемы и, значит, чисто экономического плана бывают, и политического, да, как мы видим, что все это при большом желании страны-эмитенты, они могут остановить все экономическое сотрудничество просто механическим выключением доступа к своим резервам
валютам, к доллару. Страны-участницы БРИКС, конечно, стремятся к дедолларизации национальных экономик. Отказываются от доллара во взаимных расчетах, переходят на национальные валюты, обсуждают создание единой валюты для стран-членов БРИКС. Возможно, с привязкой к золотому запасу, возможно, даже с использованием технологий блокчейна, чтобы можно было рассчитывать на свои собственные товарные бенчмарки, чтобы не зависеть от единого эмиссионного центра одной валюты. Валюта существует не сама по себе. Это вот большое заблуждение тех, кто сейчас занимается обсуждением этого вопроса, причем достаточно активно. Считают, что валюта – это нечто самостоятельное, которое живет своей собственной жизнью. На самом деле валюта – денежная единица, валюта, называйте как хотите, это одно и то же, является производной от экономики, от объема экономики, от активности экономики, от эффективности экономики. Да только ВОЗ и ныне там. Доллар в системе SWIFT в июле увеличил долю, вернувшись к половине. Правда, за счет падения евро. А по стабильности валюты БРИКС едва с ним могут сравниться. Разве что китайский юань, но и его в ручном режиме, если надо, могут ослабить, чтобы китайский экспорт стал выгоднее. Кстати, про юань смотрите в нашем разборе. Волатильность индийской рупии тоже низка, но это в этом году. На горизонте 10 лет она также падала, как и бразильский реал, или российский рубль, или южноафриканский ранд на 60-70% по отношению к доллару. На прошедшем саммите стало известно о планах нового банка развития БРИКС выпустить номинированные в рупиях облигации на сумму 2,5 миллиарда долларов для финансирования проектов организации. Возможно, их даже можно будет приобрести на рупии, полученные Россией за экспорт нефти в Индию. Детали пока не разглашаются. Но пока на текущий момент для инвесторов доступны инвестиции в различные паевые и биржевые фонды, ориентированные на страны объединения. Многомесячный приток иностранных капиталов в ETF, биржевые фонды Индонезии. Именно вот эту позицию я только что сейчас исследовал. И до этого я видел похожие статьи и похожую статистику по фондам, тоже биржевым фондам Индии. Правда, заработать на этих ETF можно было с начала года не так уж и много. Для сравнения мы взяли фонд одного поставщика iShares. Поскольку он ушел из России, как и другие иностранные фонды, то сравнивать будем с индексом Мосбиржи, на который отечественных фондов предостаточно. Похожий порядок можно было заработать разве с Бразилией около 20%, но все равно вдвое меньше. А вот с Южной Африкой вы и вовсе деньги бы потеряли. В целом биржевые индексы большой семерки ходят поинтереснее и поликвиднее и подоступнее. Но и среди них есть аутсайдеры. Например, британский FTSE 100, который в этом году только падал. В БРИКС наименьшую доходность принес китайский индекс Шанхай Композит, всего лишь 0,5%. А вот FTSE 100 как раз отрицательные. Но лидеры выбились вместо Китая. Это рост более 5%. Индия, Индонезия. Я думаю, что вот эти две экономики в Юго-Восточной Азии, они реально могут двигать, вообще говоря, даже мировую экономику на протяжении какого-то времени. Ну, скажем, как минимум полугодия. И если это совпадет с рецессией в крупных экономиках Европы и США, то это будет очень хорошая подушка безопасности для инвесторов. Надо отметить довольно неплохо растущую, но тем не менее все-таки не дотягивающую по темпам роста Бразилию. И, в общем, определенный рост также виден в ЮАР. Разговоры о предоставлении доступа российским инвесторам по аналогии с гонконгской биржей к биржам Индии или ЮАР уже ведутся. Сроки пока не называются. Но все ждут этого с надеждой, потому что на индийском рынке есть интересные и крупные компании. Например, фармацевтическая компания доктора Редди с капитализацией 11 миллиардов долларов, на котировках которой можно было заработать 30% с начала этого года. Индийские акции очень интересны. Там очень много интересных предприятий. У меня есть в портфеле позиция доктор Редис, очень неизвестная. Фармацевтика очень интересная в Индии. В Индонезии тоже очень интересный рынок и разнообразный. Биржа довольно ликвидная. Это дружественные страны для России. И в Петербурге, я так понимаю, после листинга гонконгских бумаг вовсю идут разговоры по зеркальному листингу бомбейской биржи, по тому, чтобы были представлены инструменты Индии.
Пока что БРИКС представляет из себя джентльменский клуб, члены которого периодически собираются и обсуждают новый мировой порядок. Идея благая, но реализации не хватает быстрых согласованных действий с конкретными результатами. Пока многие инициативы ограничиваются словесными интервенциями. Хотя некоторые структуры и были созданы, до экономической и политической силы Большой Семерки им еще далеко. Но потенциал есть как для улучшения условий ведения бизнеса, трансграничных платежей и инвестиций, так и для выхода инвесторам на новые дружественные фондовые рынки. Только время покажет, сможет ли БРИКС стать полноценным конкурентом G7. А вы хотели бы инвестировать на фондовых площадках БРИКС? Если да, то на каких? Пишите в комментариях под этим видео.